ты станешь героем. Ведь это важнее всего, да? Девчонка, я и так герой. Может, ты был? Всем привет, с вами Мир, и на это банана. Несмотря на то, что он пишется как банана, не надо его так произносить, иначе его будет звучать как миньон. Ну, со словом банана все достаточно просто, даже если вы не можете его произнести нормально, вы точно знаете, как он пишется. А это что? Если вы сказали мандарин, то мандарин — это китайский язык. В крайнем случае можно назвать его Mandarin Orange, но, скорее всего, вас никто не поймет. Для любого англоговорящего человека правильное название будет Tangerine. Дальше идем. Как насчет немного muscles? Нет, это muscles, которые мышцы. Muscles, которые мидии. Это амонимы, и обратите особое внимание порядок L и E в этих словах. Далее идет ПА, груша. Достаточно легко запомнить, как пишется. Берем букву П, представляем к нему ИА, ухо. Получается ПА, груша. Буду идти его с амонимом ПА, пара, который пишется как П плюс Э, воздух. Но следующая пара слов, которые не являются амонимами в прямом смысле этого слова, но они достаточно близки. Это слово coconut и coco. Обратите внимание, то, что слово coconut, первый слог длинный, второй короткий. Если вы произнесете оба слога длинными, то носитель услышит что-то вроде coconut, что будет переводиться как какао-орех, что, естественно, не может быть правдой, потому что какао — это не орехи, а бобы. Итак, теперь, когда мы все собрали, возникает вопрос, какая между ними связь. Связь между ними достаточно простая, всех можно почистить. Вопрос только заключается в том, что почистить может только 3 предмета из 5, и ваша задача сейчас найти 2 лишних. Время пошло. Итак, значит, у нас осталось банана, тенджерин и пэа. И чистятся они все одним словом, потому что у них мягкая кожица. Любая кожица, которую можно легко снять без каких-либо усилий, будет чиститься словом. Ассистент, продемонстрируйте, пожалуйста. Okay, I'm a banana, I'm a banana. Peel the banana, peel the banana. Now go, banana. Все достаточно. Okay. Ну, в общем-то, добавить здесь больше нечего. На этом сегодня все. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, оставляйте ваши вопросы в комментариях под видео. Увидимся!